Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Продолжаем серию наших вопросов на ваши ответы. Наоборот, моих ответов на ваши вопросы. Все время путаюсь. И следующий вопрос по списочку мне задает Анастасия Газ. Или Гэс. Не знаю точно. У меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как перестать стесняться и побороть стеснение рядом с парнем, который нравится? Что могу сказать по этому поводу? Как побороть стеснение? Я думаю, что стеснение не надо никак бороть. Это естественный процесс. Я тоже раньше стеснялась. Мне кажется, это как на публику выходить, когда ты поешь, да? Ты стесняешься, ты боишься, что о тебе подумают. Я думаю, что первое – это потому, что, возможно, от неуверенности в себе. Потому что если сравнивать со сценой, да, потому что вот с парнями как бы я не стесняюсь, да, а вот на сцене я стесняюсь. И причины, да, это потому что немного ты не уверена в себе, выглядишь ли ты хорошо, делаешь ли ты достаточно хорошо для того, чтобы чувствовать себя уверенно, не стесняться и знать, что да, все замечательно. У меня тут торчит. Второй момент – это вопрос времени, да, то есть просто опыт. Поначалу ты не знаешь, как это, что, а потом, ну, как бы приобретаешь опыт общения с парнями, да, и, конечно же, что стесняться? Они такие же парни, когда ты начинаешь что-то понимать, они такие же ребята, как и ты, и тоже могут стесняться. Причем я считаю, что парни перед красивой девушкой вообще просто в большинстве своем стесняются. Еще неизвестно, кто больше стесняется, да, там парень или девушка по сути своей. И когда ты все это знаешь, конечно, у тебя есть уверенность в себе, у тебя есть опыт какой-то, стеснение само собой проходит. Поэтому что я могу сказать, что просто нужно больше общаться с ребятами, быть более внимательными. Внимательность вообще, она во всем рулит, она просто вот внимательность и такое вот такое вот узнавание, любопытство всего людей, вот что происходит, ситуации, поведение людей. Это все очень-очень вот внутри. В общем, я много еще буду говорить о внимательности, как она важна на самом деле и что она вот вам дает. Обращайте внимание. Мужчины тоже, они очень стеснительные. Просто вы из-за своего стеснения не видите о том, что парень сам там стесняется ужасно. Конечно, не все, но большинство стеснительных. Никак не боритесь с этим. Это как страх, да, вот тоже на сцену опять же выходить. Чего с ним бороться? Ну, ничего с ним не поборешься. Просто надо делать то, что ты умеешь делать хорошо, и все. И то, что ты знаешь, что ты должна делать, и все. И когда ты общаешься с парнем, ты просто должна понимать, что ты хочешь, как ты хочешь рядом с ним выглядеть, как ты хочешь рядом с ним себя вести. А на стеснение просто не обращай внимания. Оно само пройдет рано или поздно, с возрастом. А пока просто, да, ты стесняешься. Ну, стесняйся дальше, но при этом заготовь заранее там себе какой-то план движения, план общения, план поведения и придерживайся ему, несмотря на стеснение. Просто забей на него, переступай через него. И все. Все будет хорошо. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Понравилось? Ставь лайк, подписывайся на канал, кто еще не подписан. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!